Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру Far Cry. Да, и сейчас мы с вами вспомним, на чем остановились. Так, давайте посмотрю. Да, помню, вошли... Точнее, дошли до входа в лабораторию. Вот. Вот она, последняя запись. Так, и... Сейчас мы с вами начнем. Точнее, продолжим. Начнем продолжать, скажем так. Начинаем. Вот, насколько я помню, в предыдущей серии там... была заставочка, в которой вроде как был монстр какой-то, вот, но просто так я не вспомню. Так, секундочку, сейчас наушничек одену. Блин, в наушнике так на самом деле орёт. У вас игра может быть слышна тихо, а у меня... я не знаю, куда сунуть наушник, но в ухо страшно как-то все совать, потому что оно может быть все тут сначала тихо, потом фигак, и кто-нибудь вылезет, такой страшный, сильный... быстрый. Так, водичка у нас тут. Водичка, провода над водой. Или это не провода? Да, это не провода. Так, похоже, я не туда иду. Найдите здание лаборатории, найдите вход в пещеру, сядьте в лифт. Что это было-то? Так, а почему я не перезаряжаюсь? Так, одну секунду. Сейчас я попробую опять посмотреть настройки. Так, странно. Наверное, просто тут эти лежат. Оружие. А, господи, это же я отсюда пришел. Вот балда. Да, это... Я шел не в ту сторону все это время. Да, вот они, трупики. Точнее, один трупик. Да. А я еще, главное, так... Иду осторожно. Так осторожно, тихонечко иду, полчаса там, туда-сюда. Вот, ну сейчас, наверное, будет какой-то трындец. Знаете, я сейчас играю как будто в какой-то... Какого чёрта это было? В какой-то хоррор... Просто я помню, как мне было тяжело. Перезаряжайся, давай.
Тихо. Ой-ой-ой, как вас тут... Чё? А. Я и забыл, как... Чё тут... Что тут... Врёшь, не уйдёшь. Ты там живой хоть? Или я тебя убил? Вроде мертвый, молодец. Так, вот там кто-то. Так, слышу шаги. Блин, я... Люблю перезаряжаться в такие моменты, когда нужно стрелять, например. Так. Я не знаю, какое оружие лучше. Который умеет. Я ничего бросать не буду. Я даже не буду никаких оружий менять. Мне нравится автоматик. Так, кто-то там еще должен стоять или вот где-то там. А, это... Мне бы защиту. Защиту мне бы. Так, похоже, мне туда наверх надо забраться. Короче, в пещере что-то обустроено. А, все, я думал, я застрял и придется, наверное. Ух, я думал, что сейчас пришлось бы переигрывать. Так, сейчас, пацаны. Так, это прыжок. Так. Я забыл, как воздействовать на вещи. Короче, поменял я. Поменял я кнопку. Кнопка действия, ну. Что такое? Почему? Так, у меня тут это... Не надо так, игра со мной. Это, ты брось, давай. Так, лады. Придется, наверное, опять вырезать тут. Так, ну-ка теперь. Опа, фонарик. Это перезарядка. Так, все кнопки уже перенажимал. Так, ну я нажимаю на действие. Так, у меня назначена кнопка Е. На действие, да? Может быть, тебе сесть надо, чтобы... Да что такое-то? Сейчас разберемся.
Так, окей. Допустим, я переключил раскладку. Так. Нажмите действие. Может быть, тут надо как-то... Чтобы открыть дверь. Вот, я нажимаю. Что за фигня? Может быть, тут надо что-то, не знаю, внизу нажать. Так, а что у меня тут? Найдите и включите аварийный генератор. Может, я просто генератор не включил, и поэтому лифты не работают. Я, оказывается, не то делал. Но я явно что-то нашел. Должны выбегать ребята отсюда. Так, окей, я их того. Так, пускай ребята лежат. Да, перезарядка нужна. Да, тут их трое было, нифига себе. Смотрите, желтенький такой. Красавец. Так, что? Кто? Ой, хорошо как. Да, еще бы, конечно, неплохо было бы мне защиту. Бронежилет. Потому что без него... Так, сохранение игры. Отлично. Так, проверяем запись. Да, запись идет. Мне почему-то на секунду показалось, что... Я не включил запись. И все эти практически 4 минуты я не записывал. Так, ну-ка. Перезаряжаемся, потому что этих двух патронов мне может не хватить в самый такой сложный момент. Так, я тут, по-моему... Да, я тут был. Да, смотрите, я включил эту штуку. Чувствую себя как в Скайриме. В две мирских этих развалинах. Да. Кто бы мог подумать... А вот лифт открылся нормально. Кто бы мог подумать, что
кто-то когда-то сравнит Far Cry 1 со Скайримом. Вот особенно вот эту вот часть с двимерскими постройками. Но это я могу. Какая-то фигня тут была. Во-первых, я тут что-то видел. Во-вторых, я слышал это. Так, и в-третьих, меня напрягают трупы. Трупы, ботинки, кепки. Просто так валяются. И что-то туда залезло. Короче, кто-то сбежал. Мы, видимо, выпустили какую-то фигню. Но это не точно, я догадываюсь. Только. Так, я надеюсь, что на этом месте автосохранение сработало. Так, тут надо посмотреть. Я туда не пойду. Что это за чертовщина? Должно быть, это Трайген. Проект доктора Кригера. По сути, они биогенетически измененные приматы. Что за фигня? Таким ртом гранаты ловить хорошо. Чё-то я боюсь нарываться на такую фигню. Так, тут чисто вроде. Ботинок. Зачем мне ботинок? Так, ну-ка. Чисто. Отлично. Защита-то. Слышим вас! Оставайтесь на месте! Шлем подкрепление! Не вступайте в бой с трекерами! Повторяю, не вступайте в бой! Отлично. Я даже не знаю, чему радоваться. Вот этим вот подкреплению, типа бандитов. Типа, они меня прибьют или расценивать этих бандитов как помощь. Так, дверь не открывается. Это хорошо. Тут всякие компьютеры, карты. Почему так стрёмно? Ох, сохранение игры. Я надеюсь, что это... Надеюсь, это не из-за моего выстрела. Тихо. О, господи, музыка. Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань.
Так, я заслушался. Блин, я нарвался. Я нарвался. И это плохо. Да откуда? А, я понял. Можно было и так. А! Ой, это же этот. Так. Так, я не знаю, меня вроде палят. До этого не палили, а теперь палят. Очень и очень сильно. К тому же. Может, сзади кто-нибудь есть? Нет. Вот там вот вроде по мини-карте. Чё, я нечаянно прибил? Так, тут вообще... Такой махач происходит. Не знаю, слышно или нет, но тут перестрелка. Так, здесь никого нет. Хотя нет, кто-то есть. Да, уже слышу, типа. Только не понимаю, где. Да кто где? Вот я смотрю в их сторону и никого не вижу. Я так понял, они там сейчас воюют с этими ребятами, которые мутанты вот эти вот. Ух и ругань. Не забанят ли меня за это YouTube? Ага. Ну, слава богу, они не мне сейчас все это дело натягивают. Да я не пойму, где вы. Ладно.
Я рискну просто тупо пробежать, пока они там не на меня отвлекаются. Так, бежим, 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 бежим. Тихо. Вроде не палят. Так, мне вроде туда. Ой, что-то я не хочу туда спускаться вниз. Что-то я не хочу этого делать. Ну, наверное, придется. Так, я слышу, как они рычат. Ну, точнее, не рычат, они как-то, не знаю, дышат. А, сюда нам? Так. Ну-ка. Ага, значит, опять что-то включить надо. Опять нам что-то включать надо. Ох, чувствую, это будет... немножко сложнецки. Так, сверху вроде никого. Так. Окей. Ну-ка. Идите к главному ученому, чтобы найти Вэл. А где... такое ощущение, что я прошел мимо. Вот, типа, тут должен быть этот главный ученый. Но я тупо до него не могу дойти. Так, тут ничего не написано. Locked off. Так, ясно. Здесь тоже ничего не открывается. Я так понял. Похоже, я правильно шел. Не понял. Наверное, я упал просто. Просто упал. Окей. Проверка. Так, сейчас я передохну. Потому что мне кажется, что бегать тут надо будет потом. О, аптечка, классно. Так, меня кто-то палил. Я только сейчас обратил внимание на это.
Не знаю, слышите вы это или нет. А я вот слышу, как вот эта фигня рычит. Откуда она рычит, я вообще не знаю. Оп-оп-оп-оп-оп. А, смотрите, вот. Ну, она убивается. Я думал, она там какая-то вообще жесткая. Смотрите, я что-то нашел. Так, не хочу я туда прыгать на самом деле. Хотя, с другой стороны, может быть и надо. Ну-ка. Ух. Так, вот ученый. Так. Хорошо. Расстрелял. Слушайте, там же этот. Так, машинка, ты пока тут постой. Там же был мертвый этот ученый, но зато я слышу вполне живого монстра. Ух. Так, вон он еще. Что-то мне это не нравится. Где? Кстати, защиту чуть-чуть подобрал. Ладно, сейчас бежим. Так, если чё, они вот оттуда бежать будут. Так, вот она наша точила. Да?
Так, я думаю, что так будет безопаснее. Ага, безопаснее. Когда водить научусь. Ой-ой-ой. Меня палят. Так, отлично, я вернулся обратно. А, господи, вот так вот надо было спускаться, ё-моё. А он как раз этот труп. Да, никто меня не парит. Так, все-таки у того ученого я ничего не нашел. Окей. Бежим. 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 Так, вон он. Ах ты! Нифига. Так, ну, на самом деле, жизнью-то у меня сейчас поболее стало. Так, и я на самом деле продолжаю не понимать, что мне делать, куда идти. Понятно. Так, тут сохранение игры, чекпоинт, скажем так. Сейчас мы проверим. Проверим сейчас. Да, отлично, мы сохранились вот в этом месте. Ох, мы нашли, скажем так, в этой серии вот этих вот чудищ, которых я боялся. Вот. Это, конечно, трындец. Вот. И поэтому я думаю, что на этом я серию закончу. Блин, Far Cry. Это, конечно, да, я не думал, что мне будет так страшно в эту игру играть. Вот. Серия у меня получилась какой-то напряженной, честно. Вот, боялся лишний раз там куда-то пойти, что-то сделать, потому что монстры. Вот. И я думал, что эти монстры, они как бы очень сильные.
Вот. Сильнее, чем вот эти вот ребята. Бандиты. Вот. Но, может быть, я натыкался на пока что на самых слабых. Может быть, там сильнее будут. Возможно, они и сильные в ближнем бою, но у них минус в том, что они в ближнем бою дерутся только. Вот. Но они зато прыгают, они прыгучие, оказывается, почти как в Квейке, если помните, там были такие монстры, которые тоже прыгали очень далеко, очень высоко, и эти вот приматы, мутировавшие, напомнили мне как раз этих монстров. Что ж, так, базуки у меня нету. А, смотрите, снайперки у меня 3 патрона. Неплохо. Ладно, я думаю, что продолжим мы с вами проходить Far Cry в следующей серии. Вот, проходил эту серию с вами Однорукий Борис. Вот, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, если вам нравится игра Far Cry, если вы в нее играли, и для вас это ностальгия. Вот, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, ссылка на нее будет в описании, как и всегда. Вот, и всем пока.